Так, уровни становятся все сложнее. Тут 60 врагов уже. Нам нужно зарядить наши лапы. Ну, по крайней мере, мне нужно зарядить лапы. Знаете, как енот это делает? А, все, лапы заряжены энергией, и можно идти в бой. Всем вкусного компотика, с вами енот, котейку своего убережет. Котейку вот рыженького, какого рыженького? Беленького, как енотик у него, видите? Такой, псины, хэдшот, та-та-та-та, бычара, та-та-та-та-та. Вот так вот, по сюжету, ай-яй-яй, ты чего делаешь-то? Зачем кидаешься, а? Значит, по сюжету у нас этого котейку заберут, но пока что это не так. Так, ребята, вы откуда-то со всех сторон наступаете. Ну, здоровья у меня довольно много. Бычаровые такие. Так, иди сюда, Котя, не отставай. Мы здесь не в игрушки играем, мы тут монстриков мочим. По сюжету этого кота у нас вроде как забрали, и мы идем его спасать. Но пока что, он как ни в чем не бывало с нами. Вот, это, кстати, игрушечка драйвовая есть, как на компьютере. Приближается босс, скорее убей его. Да хорошо, где этот босс? Надеру его каменную жопку. О чем я говорил? А, она есть и на Android, и она есть на ПК. Вот, то есть... Куда хотите качать? Ходить на телефон, ходить на компьютер. Хороший игрушка. Кажется, справились. Да, справились. Бро, я выжил благодаря тебе. Что произошло? Где мы? И что это за штука у меня в голове? Меч, по-моему, у него застрял. Рано утром я отправился кушать на кухню, и там был он. Хо-хо-хо-хо! Это же одна сплошная мышца. Это мозг. Он, мозг. Но он похож на вас. Святые коты, это что такое? Свалил в ад, идиот, ты заплатишь за пропуски в качалке. Или это сплошная мышца? Вот, котю украли. Ну вот, я найду тебя. Конечно, мы найдем нашего котика. Скорее собирай предметы. Вроде все собрал, да, все предметы, да. Ничего не оставил этим догодягам. Второго уровня я достиг героя. Первый день мне дали 2000 биткоинов сразу же, или стиккоинтов, да, наверное. Награда. Прекрасно. У нас есть портал, через который мы, собственно, и перемещаемся по уровням. Уровней тут, как вы видите, очень и очень немало. И вот сейчас мы что делаем? А, здесь сложности. Сложности открываются, я так понимаю, постепенно. 20 врагов нас ждет в этом уровне. У нас... Что у нас? У нас пока калаша нет. У нас дробовик, мне нравится дробовик на самом деле. Как по мне, дробовик это то, что нам... О, это мини-боссы. Так, перезаряжай свой дробовичок, молодец. Так, спокойно, хедшот. Ага, отлично. Ну, в принципе, такая драйвовенькая игрушка. Так. Вы видите, как он перезаряжает круто вообще? Мне нравится. Так у него все это получается. Быстрее. Да я тоже на его месте боялся, если на меня такие чувырды шли. На тебе, бросаться в меня вздумал, а? Вот эти вот, которые бросаются, самые бесячие. Потому что за остальным нужно подойти ко мне. И еще знаете, в чем проблема? Не всегда... Да, перезаряжайте быстрее. Не всегда понятно, когда... Чё, когда... А, когда умер персонаж, а когда нет. Они все тут катаются. Они все здесь вроде бы как... Ты прибьешь? О, это босс? Это босс или это не босс? Это, видимо, босс. Ну, давай, босяра. Давай, бычара, босяра. У него написано «вотс» или что? Собирай скорее предмет. Давай. Все успел собрать. Отлично. Прекрасно. Вы заработали 1000 монет, еще 1187 за уровень и какие-то вот эти значки. Даже не знаю, зачем они нужны. Это, видимо, я не знаю, 52 XP заработали. Неплохо, домой поехали. О, таланты, у нас здесь еще открываются таланты. Купить за 350, да без проблем. Ой, надо, сейчас. Урон 2, урон прибавили себе. Ну хорошо, ладно, давай еще один купим, у нас еще деньги есть. Здесь рандомно, видите, открывается. Критический урон 1. Понятно, в общем тут вы проходите, зарабатываете деньги, потом рандомно у вас открываются все эти приемчики. Видите, тут на 250 раз можно увеличить урон, здесь 25 раз можно прокачать. И еще какие-то есть скиллы. Ясненько. И еще у нас много чего закрытого. Давайте играть пока что дальше. Будем смотреть, что у нас есть еще. А, подожди.
Тут, о, смотри, тут можно пройти на более высокой сложности тот же самый бой, как у нас прям в гольфе. Давайте это и сделаем. Ну почему бы и нет? Ну почему бы и нет? Почему бы нам не пройти на средней сложности? Я думаю, это неплохое решение будет. На тебе. Кстати, когда у псины три головы, трудно не попасть в голову, правильно? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Что-то вы тут раз это... раскусались мне. Вот ты вот, гоблин, ты... Давай, перезаряжай. Так, хорошо, бодренько идем. Бодренько, бычары пошли. А у меня уже полздоровья нет. Это не очень хорошо. Так, мне явно нужно... Мне бы хилку какую-нибудь. Здесь вообще есть хилки, нет? Это было бы сейчас очень кстати. Это было бы капец как кстати. Так, сколько мне еще? Это волна... Ой-ё, вот эти вот кидальщики меня, по-моему, больше всего здоровья забирают. Никакие бычары, никто у меня так много здоровья не забирает, как эти кидальщики. Вот честное слово, поражение! Чё, у меня ещё отчёт какой-то идёт, как будто я что-то могу сделать. Я ничего не могу сделать. А, воскресить могу? Я могу себя воскресить? А каким образом? 25. Давайте, а чё нам терять? Почему нет? Мы же собрали, я хочу пройти эту среднюю сложность. Да как ты меня бесишь! Маленькие зеленые человечки, иди отсюда. О, ботинки собрал, не зря я себя воскресил, слушай. Перезаряжай, босс пришел. Опа-да! А вот и все, а вот и мимо. Перезаряжай. Хорошо, что вместе с боссом не приходят еще эти ребята. Потому что тогда бы мне было не очень. Босса-то я вальну. Вот. Ай. Да, ну, боссу это будет без проблем. Все, скорее собирай предметы. Давай. Ключ какой-то собрал. Не знаю, зачем нам ключ. Без понятия. Ну, видимо... А, может быть, для открытия замков? Сейчас посмотрим. Так или иначе, мы выиграли и получили неплохое здоровье. 5 этих штук. Прекрасно. Ты достиг 4 уровня. Поздравляю. Сундуки. Вот зачем нам ключ? Чтобы открыть... Ха-ха, сундук. Или, может, за 300 вот этих вот каких-то, я не знаю, хэштегов, видимо. Давайте откроем спиннер, получили. Зачем на спиннер, я без понятия. Но, наверное, спиннер это всегда хорошо. Ага, подожди. Прикольно. Способность телепорт. Так, юзает плюс 12. Чего? Урон плюс 6, короче. Амулет дал тебе способность телепорт. Это поможет в сражении с монстрами. А, хорошо. А как мне? Как мне, собственно... Урон плюс 6. Давай, надеваем. Еще здесь можно улучшать сами предметы. Допустим, свой дробовичок. Свой милый дробовичок вот за 600 и за 5 этих штук. Давай повысим. Прекрасно. У нас теперь больше урон у него. Ну, неплохо. Неплохо. Уровень с 2 до 3. И еще, да, нужно потратить это. Давай. Третий уровень. Прекрасно. Всего 50 уровней у дробовика. И любую свою часть одежды тоже можно улучшить. Так, ну пойдемте дальше. Давайте на следующий уровень, на простой уровень, получим 10 этих штучек, чтобы можно было потом, если что, воскреснуть. Иди нафиг со своим камнем, чтоб ты им подавился. Честное слово, я добрый, я всем бы компотик дал, но вот тебе бы я не дал компотика. Вот честное слово, не дал бы тебе, падла, компотика никакого. Только чтобы если ты бы пообещал больше в меня не бросаться камнями, то, может быть, я бы и передумал. А так, те, кто бросается в енота камнями, не заслуживают компотика. Так, тихо. Лапки, давайте, соберитесь, лапки. Иди ты со своими камнями, что ты, ё-моё. Вот делать-то нечего. Где ты их находишь, свои камни-то эти, а? Кто тебе их дает, честное слово? Где-то же собирает, тут же ни Марии, ничего нет. Хотя тут скалы повсюду. Почему бы и нет? Камней тоже немало. О, ну вот быки мне нравятся. Ну вот быки, они, ну, такие, знаете, полу-никчёмные. Тихо. А то сейчас поназываю всех никчёмными, и потом меня прибьют. Перезаряжайся. А, кстати, телепорт можно использовать. А ну-ка. Уу, прикольно. Теперь я знаю, как действует телепорт. А то я про него просто забыл немножко. Телепортом можно так... Опа! И мы такие здесь. Забавно, мне нравится. А, перезаряжай. Опа, собирай предметы, да, отлично, все успели. Все прекрасно, вроде все. Да, замечательно, собрали. И бонус, и музычка тут прекрасная, такая прям тук-тук-тук-тук. Ну что, к следующему уровню тут экспишка нам дается. Опыт. Так, уровни становятся все сложнее, тут 60 врагов уже. Нам нужно зарядить наши лапы, ну, по крайней мере, мне нужно зарядить лапы. Знаете, как енот это делает?
Ах, все, лапы заряжены энергией и можно идти в бой. Поехали. Ну, ты готов? Нам не забывать про телепорт на самом деле, потому что это такая очень... Опа, это что за огонек? Иди отсюда. Иди, огоньков мне только не хватало. Да, спасибо. Спасибо, я еще пока не в гиене огненной. А, нет, хотя нет, подожди, он же в аду. Он же в аду. Так, тихо, ребят. Ребята, кто устраивал каменную вечеринку? Я не устраивал. Я вас не звал, идите отсюда. Опа, они, по-моему, взрываются, когда подходят, да? Так, тихо, не надо так делать. Опа, так, спокойно. Так, все, хорошо. Хорошо, перезаряжай. Опа. Тык. Отлично, перезаряжай. Ой, все, хватит перезаряжать. Стреляй. Ага, отлично. Это, вот так. Ну, хорошо. Мы уже близко, в принципе, к победе. К победе мы близко. На. Отлично. Огоньки. Тара-ти-ра-ти-ра-ти. Босс. Ну и кто будет боссом? Кто босс? Псинка. Слушай, у тебя одна голова, по-моему, болеет. Тебе так не кажется? По-моему, у него одна голова больная. Тебе бы к доктору обратиться. Дорогой мой. Не, правда. Правда, я ж тебе добра желаю. Я бы тебе сам помог. Как видишь, не могу. Лапки короткие. Ну, все сделали отлично. 63 опыта, 100 экспишки еще и деньги. Деньги, баблински. Достижение. Ну это просто я достижение, понятно. Пройди туториал, да, конечно, давай. Ключик мне дали. Достичь 5 уровня героя. О, пистолет дали, слушай. Классно, сейчас мы с вами возьмем пистолет вместо дробовика. Просто интересно, как будет с ним вообще бороться. И делать что-то. Сундуки. Давай откроем сундук. Награда дробовик. Ё-моё, я только хотел сменить на пистолет, но я все равно сменю. Мне все равно интересно. Значит, меняем нашу старую на вот этот пистолет какой-то, не знаю. И у нас будет нубган еще. Сделали, деньги потратили, можно идти играть дальше. Что у нас тут? Биткоины мне дадут. Стиккоин ты. Ну давай. Давай. О, вот менять. Отлично. Давай попробуем с пистолета пострелять. Не знаю. А, он быстро стреляет. Слушай, круто. Круто, мне нравится. Меняй на дробовик. Отлично. Правда, единственное, я, наверное... Ах, опять эти пришли зеленые человечки, чтоб вас... Не нравитесь вы мне. Вы никому не нравитесь, знаете это. Знаете, это даже лесным животным вы не нравитесь. Так, а что у меня? Отлично. Ох, вот, кстати, с ними хорошо бы разбираться с помощью именно этого быстрого оружия, когда они приходят. Ну, дробовик мне тоже, знаете, нравится. Все же больше даже, чем вот это вот. Давай. Хотя, блин, я даже выбрать на самом деле не могу. Куда ты подбежал-то? Куда ты подбегаешь? Я даже выбрать не могу, что мне больше нравится. А то довольно быстро стреляет и немало урона наносит. Это наносит одновременно... О, босс, давай-ка. На тебе, на башню, на. О, смотри, половину жизни уже все. Свалил. Опа. Ой, да я даже могу на месте, знаешь, стоять, и ты меня все равно не прибьешь. Это как-то вообще без проблем. Отлично. Так, ну что ж, я думаю, мы на этом с вами закончим. Потому что мы, в принципе, побороли многих боссов. Было прикольно, забавно. Если вам понравилась эта игрушка, обязательно ее скачайте. Ссылочка будет в описании. Всего самого наилучшего. С вами был Енот, самого вкусного компотика. Всегда спасайте своих котиков. До новых встреч и пока-пока.